Посвящение в читатели уже традиция. Вот и сегодня в детскую библиотеку пригласили первоклашек, где им рассказали о главных правилах книголюбов. Быть читателем – это значит любить книгу, беречь книгу, быть книголюбом вот таким. Вот. Ну и, наверное, пронести ее через всю свою жизнь. Знакомство с миром книг началось с театрализованного представления. Ты из какой сказки сбежала? Почему сразу сбежала? Сегодня в гости к ребятам пожаловали королева книга и лесная кикимора. Все вместе они выполняли различные задания. Ребята показали, что они достойны стать читателями. У многих уже есть любимые книги. Холивеб, разные еще много книжек. Я люблю книжку про кошечек. Чебурашка Гена и его друзья и доктор Айболит. Вот Чебурашка Гена и его друзья там... Чебурашка с Геной делают хорошие дела, значит, ищут себе друзей. Найти друзей, совершить доброе дело или научиться магии. С книгой можно все. Теперь первоклассники 7-й школы – настоящие читатели. Сегодня мы устроили для ребят настоящий праздник – посвящение в читатели. Я думаю, что праздник удался на славу. Ребята получили электронные читательские билеты, и у нас стало намного больше читателей в нашем городе. В заключении праздника ребята торжественно произнесли клятву юного читателя. Мальчишки и девчонки получили электронные читательские билеты. С их помощью теперь они смогут взять любую книжку, даже без помощи библиотекаря. Диана Урмантаева, Данила Индюков, новости Губкинского.